Томские поисковики нашли останки советских солдат в Смоленской области. В рамках вахты памяти в этом году 397 человек из 11 регионов страны работали в Ярцевском районе. Томскую область представляли поисковые отряды Томска, Молчановского и Пробельского районов. Они нашли и подняли из земли останки 21 бойца советской армии, в том числе 4 танкистов. Работа велась совместно с поисковым отрядом «Безымянный» из города Ярцево. Поисковики нашли две именные вещи – ложку с надписью «Партин», владелец подарил ее на память товарищу, а сам погиб в 1942 году в Новгородской области, и фляжку с надписью «Волощановский Александр». Ее хозяин вернулся с войны живым. Кроме того, были найдены 3 медальона. Содержимое одного из них утрачено, а в 2 других сохранились данные солдат. Макаркин Иван Михайлович, 1913 года рождения, и Лесников Венедикт Михайлович, 1918 года рождения. В настоящее время идет поиск родственников, сообщает администрация региона. Ярцевский поисковый отряд нашел останки томского солдата Шестакова Егора Михайловича, 1908 года рождения. Это боец 166-й стрелковой дивизии, уроженец села Плотниково Томского района. Ранее это был Туганский район. Его останки обнаружены возле села Копыревщина Ярцевского района. Томичи разыскивают родственников бойца. Также томские поисковики участвовали в акциях заботы и доброхоты. В рамках мероприятия они оказывали помощь в благоустройстве отдаленного от населенного пункта памятника героям Великой Отечественной войны. Добавлю, экспедиция была организована при поддержки Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, областного совета ветеранов и администрации Парабельского района. В вахте памяти участвовали 15 бойцов из отрядов «Патриот» города Томск, «За родину» Молчановского района и «Долг» Парабельского района.